Во время проведения операции «Безопасная дорога» иркутские полицейские попытались остановить автомашину Mitsubishi Pajero, но водитель начал скрываться. По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, уходя от преследования, человек, управлявший внедорожником, неоднократно создавал аварийную ситуацию, угрожая жизни и здоровью граждан. Полицейские неоднократно через громкоговоритель командовали остановиться, предупреждая, что в случае неподчинения будут стрелять. В итоге были прострелены два колеса, но и после этого автомашина остановилась не сразу. Выяснилось, что ее управлял несовершеннолетний 2007 года рождения. На переднем пассажирском сидении в состоянии алкогольного опьянения находился его 35-летний отец, в отношении которого были составлены два административных протокола за передачу управления лицу, не имеющему права, и невыполнение законных требований об остановке. Кроме этого, материалы в отношении родителей 14-летнего подростка направлены в комиссию по делам несовершеннолетних акимата города для принятия соответствующих мер. Служебное расследование установило, что оружие было применено законно. Это подтвердили в прокуратуре. Свыше 9000 нарушений правил дорожного движения совершили автомобили с иностранными номерами в Кустанайской области. Также в ходе рейдов во время проведения операции «Безопасная дорога» выявлены и причины грубые нарушения правил дорожного движения, влияющие на рост ДТП. За 5 месяцев 2021 года, согласно информационной системе процессингового центра департамента полиции, зафиксировано 9494 нарушения ПДД неустановленными транспортными средствами с номерными знаками иностранных государств. Почти наполовину из нарушителей оформлены штрафы более чем на 90 миллионов тенге. Их транспортные средства вносятся в базу «Автоураган Розыск». Ищут и водители иностранных автомобилей без страховки. За одним из них, управляющим УАЗом-2114, зафиксировано 35 нарушений более чем на 670 тысяч. Другой водитель на УАЗовской десятке с начала года нарушил правила 89 раз и насобирал штрафов больше чем на 1,5 миллиона. Вдобавок выяснилось, что страховки у обоих нарушителей не было. Машины водворены на специализированную стоянку акимата Кустаная. С начала пожароопасного периода в течение почти 2 месяцев пожарные подразделения региона совершили более 250 выездов на тушение возгораний травостоя и мусора. И на тушение возгораний тополиного пуха в общей сложности за неделю уже осуществлено 38 выездов. Горение пуха может привести к большому пожару и даже к человеческим жертвам, отмечает ДЧС. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесостепных массивах по области созданы 53 совместные мобильные группы численностью 192 человека из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и исполнительной власти. В ходе их рейдов за несоблюдение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено почти 9 десятков лиц. Большинству вынесены предупреждения, но на некоторых наложены штрафы в общем почти на 140 тысяч тенге.